Че, двое суток пролетело, как один день. Что тут вчера? Целый день прокатались. Вчера Суздаль туда-сюда. Здрасте всем. Все, видите, уже пора и честь знать. Уже наконец-то у меня совесть заиграла, я решил уехать. Вы прикиньте, да? Баранины кормят. Суши кормят. И главное, что ни за что платить не надо. Все, как я люблю. Димка. Супруга его тоже. Анастасия вообще. Добрейшие люди. Приютили сироту, пока эти бомжую там по Московской области. Забрал к себе, говорит, поехали. Не, классно, чудное время провели. Димыч, спасибо. Приезжай. За. Как говорится, не теплый, а теплейший прием. Я уже постеснялся там уже просить, говорю, вести меня до этого. До Владимира. Говорю, я уж как-нибудь на паровозе. Все, мы едем. Куда мы едем? На вокзал. На вокзал мы едем. Города Коврово. Будем грузиться в электричку. Поедем до Владимира. В городе Владимире мы думаем, что пару часиков погуляем. И на Москву. Сегодня что у нас? Понедельник, 31 мая. Поздравляю, последний день весны. Такое ощущение на улице, что последний день осени. Завтра пойдет снег. Сегодня 15, уже теплее. Сегодня, вчера, да. 13. Не, ну вчера мы, скажем так, во всяком случае, ходить было не жарко, правильно? Совсем не жарко. Мы вчера в Суздаль ездили, вообще классно. Четко. Тоже одного дня по Суздаль, один день, это, ты можешь сказать, это ни о чем. Обзорная экскурсия. Просто, да, вот посмотреть. Снаружи все посмотреть. Чисто для галочки пробежать, зайти в каждый там тот же Кремль. Ну, в Кремль уже не пошли. Почему? Во-первых, уже провели столько времени-то. Уже до этого мы часа 4, наверное, да? Ну, то есть уже все устали, а идти для галочки именно, чтобы просто зайти посмотреть. Будет повод еще раз приехать. Все надо делать с удовольствием. Да, все должно быть в кайф. А чисто для галочки, чтобы просто пробежаться. Поэтому приедем еще. Чего? После завода Дзекотярева в Коврове дорога кончилась. Что-то как-то я смотрю, тут так это пулеметы выпускают, это как-то так это... Или там этот цех пулеметного отдельно. Ну, как все, ну смотри, с запреткой двойной, ну, вообще, забор, да. Ну как, ну что тебе еще надо? Я не знаю, что-то вышки, стволы. Через каждый метр, да, стояли. Как это? Там из цеха ты просто так-то даже с этим стволом не выйдешь на улицу. Зачем? Даже так просто так и в цех ты не зайдешь. Да, ну понятно, что. Ну если ты, я имею в виду, работаешь. Ну я понял. Все равно ты ничего там не вынесешь. Поэтому делать тут сверх какие-то заборы. А это? А кроме чего стволов, что тут еще выпускают? Ну, вообще всю жизнь мотоциклы были. Сейчас на данный момент мотоциклов не делают. Ну, есть сборка каких-то китайские, там мопеды, там еще что-то. Собирали, да? Да, китайская техника. А так сейчас тут еще какие-то... В аренду много что-то сдано. А, ну понятно. Цеха какие-то, что-то, я даже не знаю, что тут сейчас. Ну, работает, еще выпускают. Ну, а что работа есть. Да. Завод работает, люди работают. Это вот сразу же Ковровский механический завод. А, он плавно перетекает из одного, ну, в другой, да? Да, они тут стена к стене стоят. Точно, Ковровский механический. Публичное акционерное общество, это как понять? ПАО. А-а-а. Как у нас? ПАО Сбербанк. Все, я понял. Тоже публичное. Механический. Дальше. Дальше сейчас. Вон этот. Еще завод? А там это лучше, КБ, да? Конструкторское бюро. А-а-а. Сейчас там типа космический центр. Что вот сейчас ангару будет видно. Вот ракету. А. Это да. Тут ее типа... А, вон она, да? Да, ангара.
Пхукет ее, так понимаю. Космический центр имени Хруничева. Нифига себе. То есть тут тоже для что-то? Ракет какие-то. Ну, то есть ни одна ракета без вот этого завода тоже не полетит. Вверх не полетит. Все, понял. Вот так. У вас тут все тоже по фэншую? Жибои, пожалуйста. Жибои, ковров. Без жибои, наверное. Нигде не... Аскона на том конце города. Ну, Аскону, да. Это ж это... Как ее? Где вот эти матрасы там, да? Матрасы, да. Троллейбусы. Сколько жителей в Коврове? 160 тысяч. В принципе-то и ни много, и ни мало. Ну, не должно быть. Троллейбусов. Не должно? В городе нет. По численности населения нет. Ну там. Почему? Ну там же по численности населения. Там... И что, троллейбус нельзя пускать? Если там 5 человек живет, нельзя троллейбус. Ну, в советское время, как бы, вот если там, я не знаю, с 500 тысяч или со скольки-то начиналось, что если вот в городе столько-то, но им уже нужны троллейбусы. Там еще столько, там уже нужны трамваи, метро и тому подобное. То нашему городу троллейбусы как бы не положены. Но какой-то дядька был в 70-х годах или в конце 60-х, который, ну, пробил через администрацию, там, я не знаю, через кого в то время, что нашему городу нужны троллейбусы, и сделали. Маршрутов, наверное, немного, да? Там... Маршрутов, да. Спиток, может, какой-нибудь. Хотя нет, вон восьмой вижу. Больше, ну что-то, по-моему, 10, если я сейчас не ошибаюсь. По-моему, вообще раньше было 7, сейчас какие-то тут другие добавили. Сейчас, по-моему, что-то в районе 10 маршрут. Понятно. Ну, так неплохо троллейбус. Ну, конечно, что. Электроэнергии, если хватает, то что, подсоединиться, рога и поехал. Ну, да. Ясно. Нет, так ничего, город зеленый. Дорога местами есть, местами не всегда. Ну, в этом году все равно уже много делает. Ну. Ну, вообще считался по зелени первый город во Владимирской области раньше. Коров? Да, самый даже, зеленый город. Даже обогнал Владимир? Да. И не поспоришь. Ну, сейчас много вырубили, вот сейчас у нас будет этот проспект Ленина. Сейчас его тоже тут расширили, а раньше была прям посередине полностью зеленая полоса. Проспект есть... Ленина это как центральный типа получается, ну, да? Да, центральная улица через весь город. А-а-а. Вот, ну, так пересекается? Да, да, да. А это мы ее пересекаем сейчас? Нет, мы сейчас направо по ней поедем. А, по нему поедем. В сторону вокзала, в сторону завода имени Дегтярева, это главных проходных. А-а-а, точно. Это же была, наверное, с той стороны, это была как бы там грузовая. Ну там, да, промзона, там грузовой въезд. Спину, вот здесь вот, видишь, сейчас 6 полос сделали, а раньше было 4. Ага, и расширили. Посередине была тоже... Там, а вот где зелень. Вот это вот, да? Да, да, да. Да, деревья стоят. Была тоже одна зелень, деревья, все. Несколько лет назад присудили городу этот, город воинской славы. Вот. А. Сделали площадь. Город воинской славы, это из-за завода? Как бы да, вот сам. А вот, сам, центральная, да? Центральная. Здесь все бугры сидят, короче. Руководство. О, мы уже приехали? А ёшкин кот, а я боялся, что мы опоздаем. Пять минут. Ну ничего, 10 минут поставишь со мной на перроне. За полчаса собрался выезжать. Привычка. Лучше, как это, за 5 минут долететь. Так что, Димыч, спасибо, что вытащил гости. Ну, двое суток, да? Два дня у тебя. Пробыл. Железнодорожный вокзал и автосразу. Все, в общем. Отдыхать хорошо. Надо ехать. Завтра у нас дела. Пока не буду говорить, какие. Но программа намечается интересная.
Ласточка пришла, но это не наш метод. Мы не ищем легких путей. Она не останавливается туда, куда мы едем. Ждем другой. Начальнику Московско-Нижегородской железной дороги Рербергу Ивану Федоровичу. Ого. О, моя. Все, Димыч. Давай, рад был. Удачно в гости приехать. Я думаю, не последний раз еще. А теперь вы к нам. Так что. Как граница откроется. Обязательно. Все. Четыре вагончика. Ну, мне хватит. Все. Давай. Пока. Погнал я. Давай. Состав отправится, вагончик тронется, перрон останется. Стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны. И жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Я спросил у ясеня, где моя любимая. Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая. Тополь забросал меня осеннюю листвой. Я спросил у осени, где моя любимая. Осень мне ответила проливным дождем. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка
соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость встреч с закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я, увы, больна не вами. Все, вот мы во Владимире. Пойдем дальше, билеты купим и посмотрим, что у нас тут по времени. 16:24. Еще 2 с копейками до убытия. Все, билеты купили. 2:10 у нас еще. Пойдем. Я не знаю, это Владимирский Кремль, наверное. Пойдем разомнемся. А то все кабинет, кабинет. Димка накормил, надо идти. Килограммы сбрасывать, скоро ни в одни джинсы не влезу. Честное слово. Пойдем вот здесь, на горочку поднимаемся, и вон он светится. Все рядышком. Вон как раз, я думаю, мы с пользой время проведем, прогуляемся. Здесь, в Богородице Рождественском монастыре, в ноябре 1263 года был погребен Александр Ярославович Невский. Вот так вот. 1263 год. А чуметь, как давно это было? Это монастырь. Я думал, это Кремль, это монастырь. Кремль вон впереди. Престейный храм в честь Рождества Христова. Вот. Пойдем часика полтора по улицам Владимира. Погуляем. Куда зайдем, туда зайдем. Да куда ноги донесут. Памятник архитектуры Никола Кремлевская церковь, 1761 год. Двухсветный бестолпный летний храм. Построен на территории бывшего Кремля. Вот, сейчас здесь планетарий. Ну да, что-то там как-то так мало все довольно печально выглядит. Наверху. А вот сам князь Александр Невский. Красавчик. В свое время навалял он деятелям некоторым. Пойдем, пройдемся тут. Мы сейчас, наверное, вот выйдем как раз. Ну, Кремль дальше туда, вот по дороге надо идти. Мы, наверное, сейчас с горы будет вокзал виден. Господи, я чуть на эту гору чуть залез. А прикиньте, эту гору еще штурмовать. Еще если в этот момент с тебя там какой-нибудь кипящей смолой поливают. Стрелы там всякие летят. Весело было в старину. Да, вон вокзал.
города Владимир. С горы. Тут может можно напрямки пройти? Ага. Понял. Пойдем тогда вот по этой дорожке. Чем мы будем гулять по улицам, слушать машины. Пойдем по этой дорожке пройдемся. Там все вон действующее. Колокола. Все по фэншую. О, птичек слушать будем. Как вам панорама, братцы? Там даже вот эта штука есть. Деньги надо кидать. 10 рублей, чтобы что-то увидеть. Ну, вот это, наверное, Кремль. Но, во всяком случае, что-то около него. Тоже, да, Владимир? Ну, старинный же город. Смотрите тут. Сколько тут всего интересного. Всяких таких под старину храмов, соборов. Церквей. И так далее. Дмитриевский собор. Наверное, там вход платный. Дмитриевский собор сооружен 1193-97 года. Выдающийся памятник для русского зодчества. Да? Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. О как! Вы представляете, сколько он уже лет стоит? Это сложно представить. Просто обалдеть. 1200 грубо. Ему, он уже больше 800 лет. Вот этому вот зданию. Понятно, что явно была это, как ее, реставрация, но вы только прикиньте масштабы. Место отдыха. Шикарно. Парк. Все культурно, красиво. Фонтанчики. А голубей-то сколько? Ой-о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 й. Нет, конечно, бывает и больше. Но... Куда это мы вышли? Назад пойдешь, в сказку попадешь. Че там? Прямо пойдешь, злато найдешь. Назад пойдешь, в сказку попадешь. Направо пойдешь, коня найдешь. Прямо пойдешь, счастье найдешь. Ого, это куда? Тоже под старину. Это у нас кому? Монумент. Христос воскрес, да? Смотрите какой. Тоже храм. Обалдеть. О, какой русский богатырь. Ополчение
Дмитрия Пожарского, 1500 какой-то год написан. Тут ничего нигде нету. Никакой надписи, что-то я ничего не нашел. Кремль, наверное, вон он. Ну, кто местные, подскажите, что это? А это памятник Андрею Рублеву. Что-то он там малюет. Чего непонятно. Так, вот думаю дальше, куда нам лыжи навострить. Наверное, вон туда пойдем. Там он дядька какой-то на коне. Ну, тут просто вариантов немного. Либо сюда, либо вот туда. Ну, наверное, пойдем сюда, потому что времени у нас уже остается не очень много. Везде мы просто не успеем. Да, братцы, да, тут надо на такие города и не день, и не два, чтобы все обойти, все посмотреть, всем полюбоваться, все заснять. О чем вы говорите? Вон, видите, дядька там серьезный такой, на лошади. Пойдем посмотрим, что за он. Красивый парк. Чистенько, аккуратненько. Этот серьезный дядька на коне, это у нас равноапостольный князь Владимир и святитель Федор, крестители Владимирской земли. Это князь Владимир. Это вам и дядька. Это сам князь Владимир. Красавчик. О, а здесь смотрите, какой вид открывается на Клязьму. Фантастика просто. Ну, закончим вот мы вот этим величественным сооружением. Я так понимаю, туда можно даже внутрь зайти, да? Обалдеть, какой храм. Это часовня. Храм дальше. Храм иконы Божьей Матери. А, часовня иконы Божьей Матери. Ну, пойдемте, зайдем внутрь. Если честно, я вот такого огромного... Ну, где? Вот в этом был. Под Иркутском там. Ну, кстати, помним, скорбим, молимся жертвам казанской трагедии. Это вообще просто не поддается описанию, то, что произошло.
Не буду озвучивать, что хочется сделать с этим выродком, чтобы не сочли кровожадным. Но это... Нет, ну внутрь я заходить не буду. Георгиевский предел ансамблиум Успенского кафедрального собора. Вот как. А это вообще, это Успенский кафедральный собор, это даже не храм. Уникальный памятник белокаменного зодчества. Храм воздвигнут князем Андреем Боголюбским как духовный центр Руси. Построен мастерами Всеволода Большое гнездо после пожара 1185 года. В 15 веке служил образцом для Успенского собора Московского Кремля. О как! В храме сохранились фрески Андрея Рублева и Данилы Черного, и также росписи. Памятник внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А может, можно зайти внутрь? Да, вот это собор так собор. Нифига себе. Какая красота, вы посмотрите только. Это что-то неповторимое. Невозможно передать. Признаюсь честно, в соборе был первый раз вообще в своей жизни. Ни разу в такой огромный собор я не заходил. Никогда. А, сам собор вот. Вот он. Да, получается. В общем, это как бы... Молебен там, а вот сам собор вот здесь. А, собор закрыт, понедельник выходной, видите? А сегодня как раз таки понедельник, 31 мая. Вот так вот. Все равно, честно, в таком большом вот, даже пусть не в сам, ну, не в сам собор, а вот рядом, ни разу еще не заходил. Ни разу внутри не был. Памятник князю Владимиру. Ну все на этом. Осталось 40 минут. Да. Понятно. Не пойдем. Осталось 40 минут, будем двигать уже к вокзалу. Пока туда дошлепаем, там туда-сюда. Там уже и нас паровоз прибудет. Обалдеть, какое величие. Все, продолжаем дальше наше путешествие по рельсам. Ну, ехать нам тут сейчас долго, часа три, наверное. Электричка свободна, потому что еще кто-то в Москве ближе к нам собирается. Сегодня понедельник, спешить некуда, спокойно доедем, не торопясь.
свидания, Владимир. Вернемся. Обязательно вернемся. Главное, чтобы она не развалилась. Пока мы едем, сюда она так поскрипывает подозрительно. Вот этот мост, на который с горы смотрел. А гора вон она. Он наверху. Владимир Князь. Погнали. Хватит уже тут по гостям. Хотя, хорошим музом в гости ездить. Поехать одно удовольствие. Ведь сюда, куда мы не дошли. Все уже, первая остановка. Так, тронулись мы без 27. Часам 10 как доберемся. Но нам не саму Москву. Нам до железнодорожного надо. Приедем, посмотрим. Прибыли. Еще, видите, даже и не стемнело. Все, побежала наша электричка. Железнодорожный. Вот нам сюда надо. Так, сейчас включим Google, вернее Яндекс. Ну и нам отсюда еще на такси проехаться. А, ну вот вокзал туда. Станция железнодорожная. В общем, все. Наше путешествие заканчивается. Ой. Короче, заканчивается. Осталось тут чуть-чуть еще на такси прокатиться недалеко. И будем на месте, там, где мы нынче базируемся. Я даже помню, я здесь был, в этом торговом центре шлялся. Как говорится, спасибо за внимание. До новых встреч. Завтра будет интересно, наверное. Ну а теперь пошли на выход.